Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем наши награды и посмотрим, где я сейчас нахожусь. Наверное, в Лиге Сёгунов. Три звезды, да? Так оно и есть. 28 ранг, ребят, сегодня у нас суббота. Я бы даже сказал, уже воскресенье, потому что... Так как я сегодня на работу ухожу, да, и, соответственно, не смогу дальше играть, то получится, что, да, сегодня у нас... А, нет, ребят, в понедельник. Но в понедельник, я думаю, что вряд ли у меня получится... Вряд ли у меня получится хорошо поиграть и, как бы тебе сказать, бустануть. Так что сегодня, можно сказать, крайняя точка у нас. Так, что с игрой, ребята? Мне кто-нибудь объяснит, почему такие ужасные в ней лаги сегодня происходят? Ты посмотри. О, друзья мои, так дело не пойдет. Надо перезаходить в игру, потому что... Но это лажа полная. Я не знаю, может быть, разыграется, конечно. Но то, что я вижу в... Ты посмотри, а? Ты посмотри на этого хламона, ребята. Я даже пробить его не могу. Так, давай, может быть, сюда попробуем. Пофиг ему. Так, давай наверняка уничтожим с тобой этого парня. Это чтобы 100%. Так, ну а теперь Рафаэль. А Рафаэль берет и хиляется, друзья. А мы сделаем вот так вот. Он думает, что он один такой крутой, да? А если мы ракетами? До свидос. Сосунище. По-другому не назвать. Ну что, друзья мои, победили. Так, вроде бы игра... Вроде бы как разыгралась. Но ничего страшного. Посмотрим, ребята, что будет у нас дальше. Так, давай-ка мне 16-22. Есть такое дело. И набираем команду. Я возьму здесь Армагошу и Пиццелит. Слушай, дофига я взял тут. Давай мы вот так вот, наверное, возьмем одного Армагона. Я думаю, что этого будет достаточно. Ну и вот этими ребятками уже, как говорится, дадим хорошую им взбучку. Ну-ка, проверим. Та-даш! А я тебе говорил, хорошая, как говорится, будет у нас взбучка. И все у нас получилось. Так что мы с тобой двигаемся дальше. В плане, мы с тобой не перешли еще в Лигу Мастеров? Да фигли. С какого вдруг перепуга? Так, ребят, я опять такое впечатление, что простыл. Кашель такой, знаешь, очень-очень плохой. Мне не нравится этот кашель, но на больняк я не могу пока сесть, температуры нету. Но состояние вялое. При всем при этом, ребята, я еще пока умудряюсь ходить на тренировки. Вот. Посмотрим, что будет у нас дальше. Если уже вообще прям хреновенько будет, то придется идти на больничный, ребят. Хотя я этого очень сильно не хочу. Так, давай-ка, наверное... А давай вот так вот сделаем. Угу. Опачки! Вот это подстава, ребята, была. Вот это была подстава. Можно вопрос, друзья? Нафига я взял в эту команду Донателло? Ну ладно, фиг с ним, с Донателлом. Но нафига я сюда взял одного Микеланджело? Я вот этого не понимаю. И при всем при этом я взял с собой слабачков. Как я вообще собирался здесь разруливать эту ситуацию? Я что-то не понимаю. О чем я думал? Я опять, ребята, наверное, как всегда, где-то в облаках там летаю. Твою налево, он просто взял с одного удара и выбил мне персонажа. Просто раздавил его. В плане. Друзья мои, мне просто не дали вообще ни одной ступеньки перейти. Прикинь. Офигеть, такое ощущение, как будто у нас и поединка вовсе не было. Молодцы, красавчики. Что я могу еще по этому поводу сказать? Подставушка, вот что. Так, ребят, опять немножко фризило. Ты видел, игра? Не знаю, с чем это связано. Ух, а коктейльчик надо выпить, ребята. Мой суперпротеиновый. Потому что всегда, когда встаешь... А я буквально недавно только встал, потому что мне на работу в ночь идти. Кушать что-то сильно такого, знаешь, неохота. Берешь просто коктейльчик. Ну, в данный момент у меня коктейль там молоко. Там, я не знаю, бананы. Еще там что-то туда наложил. Немножко, блин, ягод. Сыпанул.
Вот. Киви. Ну, естественно, сам протеин. Две ложечки. Что еще? Клетчатку, и в принципе все, ребята, и пьешь, и очень даже сытно. Ну, естественно, все это на молоке. Можно, конечно, делать и на кефире. Это... Просто мне на молоке получается немножко слаще. На кефире, конечно, тоже можно получить, ребят, такой же кайф, потому что банан дает свою сладость, но пока на молоке. Вот. И вот выпиваешь такой вот, ну, все это в миксере, само собой, взбалтываешь, и выпиваешь такой коктейльчик, и все, ребят. И ничего тебе больше не охота и не жрать, и не пить, как бы все в одном флаконе. Угу. А он такой густой получается, насыщенный. Так, ну что, одним залпом? Да, ребят, одним залпом всех уничтожаем. Ну что, я сегодня пытаюсь, наверное, пройти, ребят, до Лиги Мастеров 2 звезды. Это было бы очень круто, потому что... А в таком случае нам с тобой останется всего лишь один ранг поднять. В Драконах, Всадники и Олуха, ребята, я не заходил. Я даже боюсь, что там, наверное, мы пропустили с тобой события. То есть оно уже, наверное, прошло. Там 5 дней было, да, у нас? И я дня 4 точно не заходил. Есть такая вероятность, что оно уже закончилось. Ну, есть на то причина, ребята. Во-первых, еще раз говорю, что заболел, подпростыл. Ну, а во-вторых, это то, что я работаю. Сейчас опять же смены начались. И, как ты понимаешь, очень сильно устаю с непривычки. Тем более, еще пока не втянулся в эту работу. Как бы тяжеловато. Ну и плюс, само собой, полярная ночь наступает. Все это все какое-то сонное царство. Значит, вялое сонное царство. Называем... Зима это, знаешь, месяца зомби. Когда ты интуитивно чисто встаешь, отработаешь, приходишь домой спать, опять встаешь. И все это в зацикленном варианте. Жизнь пролетает, ребят, моментально. Просто. Не успеваешь только отсчитывать годишки свои. Потом смотришь в зеркало и думаешь, ё-моё, блин. Был молодой пацан, остался такой старик. Это неизбежно. Угу. Это, друзья мои, неизбежно. Да что ж такое-то, кашель этот достал. Противный, прям не могу. Прям разрывает мне легкие, ребят. Так, ну что, на полтинник мы с тобой переходим? Ну, почти, почти перешли. И давай, 17.23. У нас есть еще бойцы-то? Есть, ребята, Супер Шреддер есть и Кунаичи. Там, наверное, сейчас придется еще, ребята, через откаты играть. Ну, а если через откаты, мы будем с тобой брать тогда... Наверное, наших маузеров, скорее всего. Мы будем ими тут добивать все. Давай-ка, Кунаичи, добивай всех. Прекрасно. Ну что же, продолжаем наш, как говорится, разговор. Продолжаем наш диалог, и мы попадаем с тобой на 41-й. То есть, получается, у нас ровно, ребята, 10 позиций мы пролетаем. Но зачем дают они 16-22, когда мы с тобой уже на 17-23 были? Вот, есть. Так, берем Ваньку, берем Усаги. Ну, я думаю, что... что Ваньке и Усаги все-таки успеют ушатать эту команду. Естественно, первым ходит у нас Усаги. Я надеюсь, все-таки повесит он постепенный урон. Мне бы этого очень сильно хотелось. Так, ну почти, ребята. И Ванюша, думаю, добьет. Шикарно. Ванька здесь меня в этом случае не подвел вообще нисколечко. Знаешь, что самое удивительное? В прошлом месяце, и считай, в начале этого месяца, мы с тобой ни разу не играли в растения против зомби-героя. Ну, мы сделаем такой некий с тобой перерывчик, небольшой, да? Как бы и вы отдохнете от игры, и я отдохну от нее, и потом уже с вами будем в прежнем режиме в нее играть. Вот, потому что мы все равно там еще не все сделали. За супермозга, как говорится, мы не прошли. Так что будем ее добивать. Слушай, 75 уровень, значит, нам здесь придется взять... Даже не так. Нам придется взять маузеров, скорее всего, и Леонардо. Хотя тут Майки. Блин. Майки 75 уровня. Ну, маузеры-то, конечно, мы сейчас первыми сходим.
Да? Да. Сейчас посмотрим. Отлично, майки нам больше не помеха. Ну и, соответственно, вертушкой мы уже добиваем остальных. Да, маузер это, конечно, имба. Тут уж, ребят, извините, не поспоришь. Слушай, да, мы перейдем с тобой в Лигу Мастеров. Две звезды, потому что персонажей у нас еще хватает. Продвигаемся по 10 ступенек. Тут остается у нас 2 поединка всего лишь отыграть. И мы с тобой будем на пике. Да, бойцов еще хватает, друзья. Ну что же, двигаемся. Так, маузеры, давайте, готовьтесь к атаке. И... да давай просто ракетами добьем. Не будем уже валуны тут доставать. Просто выкинет он ракеты. Кстати, эти ракеты, ребята, у него в плечах. Вы, думаю, давно это видели, да? У него такой костюм. И в этом костюме встроены есть ракеты на плечах. Так. Сколько у нас? 3 отката, ребят. То есть я могу еще один поединок, по идее, сделать на откатах. А судя по персонажам, сколько у нас еще осталось, там можно сделать поединков 5, наверное, еще. Так что мы даже, наверное, с тобой закрепимся на Лиге Мастеров. Единственное, что по долларам, что, ребята, у нас. Надо посмотреть, сколько баксов и хватит ли у нас для того, чтобы прикупить те самые откаты. Ну, в принципе, хватит, друзья мои. Так, ну что, вот мы и в Лиге Мастеров 2 звезды, 98-я позиция, и давай мы прикупим. А прикупим мы с тобой что? Откаты, вот они, ребята. Я думаю, 10 штук нам пока хватит. Там уж не так прям супер-пупер много бойцов остается. Как раз на 5 поединков нам хватит. Ну что, поехали. Берем Армагона, берем с тобой маузеров. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Слушай, ну нет, тут на порядок больше, ребят, чем 5 поединков. Там даже, наверное, 7. Ну, посмотрим сейчас. Так, бомбическая сила. Угу. Тут достаточно было одного удара маузеров. Круто. Ну что, двигаемся дальше и переходим на 89-е место. Так, 17-23, опять же, по-прежнему выбираю. Берем маузеров и возьму я, наверное, здесь сейчас Рафаэля. Раз, два, три. Тут у него какие? 71 уровень всего лишь, да? Ну, для нас это, ребята, мелочи. Как разбирали, так и будем разбирать. Блин, самое обидное, что я хотел еще поиграть, конечно, в Дракон Всадник Олаха, ребят. Но не успею, уже время поджимает. Уже надо, в принципе, собираться на работу и идти. Таким темпом мы с собой действительно то событие не пройдем. К сожалению. В Stig War Legacy тоже, ребята, блин, пропустил все на свете. Два уровня уже, ребята, запорол, они закрылись. И поиграть мне уже не получится в них. Такая вот петруха. Все, как говорится, все к одному идет. Слабость, вялость, заболевания, блин. Смены эти. Трэш. Так, ну что ж, давай звезданем. Угу. Носорог, ну это не беда, ребят. Носорог для нас это ничто абсолютно. Прекрасно. Ну что, с 79 места мы переходим с тобой на 70, то есть 9 ступенек, да? Ну ладно. Пускай будет так. Для меня сейчас цель немножко другая, ребят. Как можно дальше продвинуться. Продвинуться именно по рангу. Хотя нам уже, ребят, ничего в принципе не надо. Но удержаться именно на Лиге Мастеров 3 звезды нам нужно до понедельника. Поэтому чем дальше мы сейчас с тобой зайдем, тем больше шансов у нас остаться здесь. Несмотря на то, что я буду работать, я не буду, ребята, эту игру посещать.
А в понедельник, когда мы с тобой зайдем, соответственно, мы уже должны быть в Лиге мастеров 3 звезды. Так. Ну давай, возьмем этот. И главное, не дают 17-24, самое удивительное. Просто не дают. Они меня все держат, ребят, на 17-23. И опять же, ребят, я думал, откатов хватит, а их не хватило. У нас там последний откатик остался. Вот. С одним откатом что я могу сделать? Да, наверное, ничего. Наверное, ребята, ничего я тут не сделаю с одним откатом. Даже если я возьму, предположим, маузеров. Разобрать их всех не получится. А чтобы кто-то мог ему помочь, таких бойцов у меня, наверное, и не наберется. Ну вот, например, возьмем команду. Ну, послабее. Послабее какая? Вот, блин, тут нет слабой команды. 75-73. Ну вот это вот смотрится как бы слабенькое. Ну давай попробуем взять ее. Возьмем, например, маузеров. И раз, два, три, четыре. Может быть, вот так лучше взять. Давай попробуем. В любом случае, ребята, мы проигрываем по инициативе и по уровню этой команде. Так что тут, само собой, есть свой риск, что нам может сейчас прилететь. Что, мама, не горюй. Но, как ты видишь, справились мы. Ничего нам не прилетело, но три бойца у нас осталось. А три бойца, ребята, это потенциальная еще одна катка. Блин. Ладно, давай сделаем с тобой ежедневки. Насколько я помню, здесь, да, здесь у нас есть два отката. И они нам как раз-то и прилетели. А-а-а, у нас еще тут, друзья мои, старый наш приятель стоит. Ждет нас. Ну что ж, родной, пора тебя разобрать под запчастям, Крэнк. Я уж совсем забыл про тебя, родной ты мой. Так, ну эти ребята нам не в указ. Давай так сделаем ракетами. Подожди, массовую. Массовую, конечно же. Ну а вот и сам Крэнгус. Ну, где он там? Вот он. В своей машине кислородной, какой-то там кислородом. Я смотрю, он заправляется и энергией. Так, вышел, да? Ну-ка, топотун. Блин, слабо как-то. Само собой, ребят, берем с вами провокацию на Рафаэля. Ой, зря ты это делаешь, пацан. Маузер, что у вас? Масухи-то нету, не пойму. Давай тройным укусом. Он тоже довольно сильный, ребята, урон наносит. И добивка. Вот и все. Был Крэнк и не стало его. И периодически мы его так вот с тобой наказываем. Так, это мы пропускаем, это нам не надо. Ну что? ДНК. Сам понимаешь, это все у нас есть, это нам неинтересно. Собрать и, сбросить, да, 100% выполнено. Давай сразу открыть все. Так, 12 тысяч мутагена, 47 долларов. Угу. Кукла Дарума. А по карточкам, ребят, как-то слабенько, согласись. Совсем слабенько как-то выдали. Так, здесь забрали, здесь забрали. Так, теперь, значит, нам надо в поединках. Мы с тобой продолжаем качать нашу лису. Подожди, а у нас... У нас же Дони... Да, он имеет сотку, все, ребят. Он имеет сотку, поэтому мы от Донателло полностью с тобой отходим. И начинаем прокачивать уже Алапекс. А-ау. Так, три кошки нам нужно найти. Что-то как-то дофига, мне кажется. Тебе тут не кажется? И причем ни одной еще не выпало. Раз. Так, вторая. Нам нужно было три, да?
Так, третья. Три кошки мы нашли, друзья. Дальше что у нас там идет по планам? Пять шляп с напитками. Пять. Так, это уже две. Это три. Ну. Я жду. Ты смотри, че. Специально начинает уже вот это делать. Так, четвертая и последнюю шляпу нам нужно найти. Все. Шляпы мы нашли. Дальше нам нужно найти 10 ящиков с... Блин, пицца кончилась, к сожалению, друзья. К сожалению, кончилась пицца, не успел я. Ладно, самое главное, мы с тобой получили откаты. 5 штук у нас, друзья мои, есть. Вот. И что? И давай добивать тогда уже. Как раз на 2 поединка нам с тобой хватит. На 2 поединка, значит так. Берем маузеров, возьмем нам... Давай подцелиться вот здесь. Возьмем с тобой. Раз, два, три, все. Сейчас бомбанем. Так, посмотрим, сколько они нанесут урона вражинам. Нормально. И добивка полноценная. Все, друзья. Идеально. Ну, как ты понимаешь, мы с тобой не дошли, к сожалению, сегодня до Лиги Мастеров. 3 звезды, но ничего страшного, друзья мои. Завтра у нас будет день, завтра будет пища, и завтра мы обязательно с тобой попробуем это сделать. Ну, а в понедельник, как ты уже догадался, у нас будет очередной буст. Как раз у меня будет выходной. И надеюсь... Понимаешь, дело в том, что, ребята, я схожу на тренировку, у меня такая вялость, мне охота отдохнуть. Мне даже очень тяжело что-то записывать. Ладно бы, если бы я просто молча бы записывал. Нужно еще комментировать, понимаешь? А у меня сейчас такое состояние. Кашель, сопли, я не знаю, там забито горло, грудь болит. И так настроения нету. И еще вот это вот все делать. Ну, я думаю, что вы, ребят, поймете, почему такое сейчас происходит. Вот. Лучше, как говорится, отдохнуть хорошо, а потом со свежими новыми силами, как говорится, в бой идти. Чем через страдания вот эти вот все это делать. Ну что, ребятушки, я считаю, что сегодня все было очень даже неплохо. Мы на сегодня... Подожди, нет. Давай-ка мы еще посмотрим. У нас же пятница, точнее уже суббота, ё-моё. Мы с тобой можем, знаешь, что сделать? У нас же... Так, не в заданиях, вот, в испытаниях. Что у нас тут, ребят? Вот что нам надо. Да. Поэтому давай-ка мы здесь с тобой тоже немножко разрулим ситуацию. Само собой, видосик этот будет, ребята, уже, наверное, выложен в лучшем случае, наверное, в понедельник. Ну, может быть, завтра, в воскресенье. Но это не точно. Ты вот не поверишь, мне сейчас выкладывать видосик сложнее, ребята, чем его записать. У меня в данный момент где-то... Около 7 или 8 игр записанных лежит уже как неделю. Ну, может, чуть меньше. И я все не могу, мне лень их выложить. У меня уже пройдена игра Last Fate для второго канала. У меня пройдена одна из концовок Wasabi. И я все не могу, ребята, это выложить. Прикинь? У меня для этого канала сколько там игр записанных уже. И я все это не могу сделать. Блин, трэш какой-то. Просто, ребят, трэш. Так, ладно, я здесь сделал провокацию. Я вообще не понимаю, почему... Почему мы здесь так слабенько бомбим? Что я за команду такую себе сделал? А, ну там... Это не я сделал, это, ребята, кого нам позволяли взять, того мы и взяли, точно. Так, Криповский. Рубим. Дальше Лису. Наказываем. Нормально. Так, и мутагеноид. Ну, нормально она, ребята. Кунаиши с двумя атаками. Просто... Просто его разорвало. Так, ну что, давай фармить теперь.
Ёпрасоте, блин. Так, ты знаешь прекрасно, что нам нужно эксперт снаряжения. Это как бы первая основная наша задача. Так, ну и снаряжение не... Все? А, блин, да что ж такое-то? Одни траты, друзья мои. Одни, блин, траты. Ну как так-то? Фонарь. Я так понимаю, сегодня я не получу эксперт снаряжение, да? Молодцы. Просто ребята меня кинули. Все дали, кроме снаряги. Да, немножечко обидно. Ну что, друзья, а теперь уже точно. Всем удачи и до новых скорых видосиков.